целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести ДТП с участием пешеходов, сотрудниками Одинцовской госавтоинспекции и 10-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» с 1 по 7 февраля проводится профилактический рейд «Пешеход». Жителям округа напомнят о необходимости соблюдать правила пересечения проезжей части, быть внимательными и носить на одежде световозвращающие элементы в темное время суток.